Bentley Flying Spur. Именно таких в России, говорят, всего 3 машины. Огромный перечень работ. Все они зафиксированы в заказ-наряде. Будем устанавливать лазерные линзы, потому что здесь они сейчас обычные. И будет мощный, качественный, красивый свет. Гораздо мощнее, чем сейчас. Вот теперь понятно, почему таких машин всего 5 в России. Потому что она в обвесе Менсери. Вот смотрите. Колеса тоже Менсери. Так что, если что, обращайтесь. Ну а так, фары здесь. О, кстати, тоже. Сняли. Разобрали спереди настолько сильно. Представляете, для того, чтобы добраться до фар, вот, чтобы просто вынуть фары, нужно вот так вот разобрать. Просто, когда не сталкиваешься с этим, в шоке. Вот, разобрали, сняли фары. Фары поместили вот сюда, прогрели. Они сейчас там, кстати, и прогреваются. Так что ждем. Сейчас фары уже ставятся на машину, потому что они полностью готовы. Они прошли обычную стандартную процедуру. Сперва их прогрели в печи, потом разобрали. Вот до такого состояния полностью разобрали. Даже вот до такого. Внутри все отполировали. Снаружи потом отполировали. Поменяли линзы. И опять печь прогрели. И теперь вот они уже на машину устанавливается. Специально, чтобы не травмировать вашу психику, не показывали, как мы ставили крылья и бампер, которые все вместе. Вот уже все собрано. Осталось откалибровать все. Мы вам покажем результат. Вот и пожалуйста, фары полностью готовы. Посмотрите, как они красиво, хрустально светят. Идеально. Делаем немножко темнее. Моргаем ближний, дальний. И покажем, как он светит в ближайшем рассмотрении. Красота. Я думаю, вам тоже нужны такие классные фары.